Елена, ой, это самое. Юлия Сергеевна Мельникова. Значит, она передает привет. Она уже почти. Тут небольшой запас почти распродала. Еще несколько саженцев маньчжурского ореха. Несколько саженцев сеянцев маньчжурского абрикоса. Несколько саженцев шелковицы. Вот, кстати, шелковица мне помогает, без всякого сомнения. Вот, я просто завариваю листья и пью. Вот, мне помогает. Я уже стабильно вышел на 7. Чего там, это процент или там чего? Цифра 7. Вот. Дальше. Кстати, как я... У нее несколько саженцев есть, маньчжурского, уже этого, шелковицы, да? И, кажется, смородины. Так вот, насчет шелковицы. Я же экспериментатор. Смотрю, у меня снижается, снижается, снижается. Я пью таблетки. Вы знаете, эти самые распространенные. Два вида пью. И маленечко давай добавлять этот. Листья этого, шелковицы. Запариваю, пью. Без всякой системы. Пошло уже было 9, 8, 7. Только я отказался от этих самых. Думаю, дай поставлю эксперимент. И взял, отказался от этих самых. Вообще от, господи, как, от таблеток. Опять на 10 выскочило. Но я же экспериментатор. Я тогда побольше пить. Но эти самые. Вот совсем у меня головой уже. Эти шелковицы заваренные, я уже увеличил 3-5 раз больше стал. То без системы. И помаленечку 8, сейчас вышел на 7, посмотрим. Уже без таблеток. А таблетки, они не дешевые, сколько их можно пить? Я уже сколько лет давлюсь ими. Вот, посмотрим, эксперимент продолжается. Можете спрашивать меня, как дела, Константин? Вот. Так что, там ниже... А, нет. Давайте, я опять забыл ее телефон. Сейчас я вам его скажу. Вот. Хотя бы так. Кому надо, тот сейчас возьмет ручку и запишет. И запишет. Юля, это Юлия Сергеевна Мельникова. 8-983 271 3768. 8-983 271, 378. Все по несколько саженцев имеется. Вот. Ну, учитывая, что маньчжурский орех одно из самых лечебных в мире растений. Вот. Маньчжурский абрикос. Это шедевр. Вот. Это 2-3 дерева. Его абрикосами обеспечено. Знаете, как это? Господи, куда их девать? Сколько у меня их, этих самых, сотен ведер сгнило. Я же не могу на рынок-то нести, не могу. Не царское это дело. Добрый вечер. Дело по обучению людей одно из самых сложных. Ничего подобного. Это когда это... Вот как та женщина. Вот для нее сложно вести урок и знать, что нахрен никому это не надо. Вот там да. Люди сами учиться не хотят. Но те, кто хотят, вас смотрят, пусть даже в записи. Бросать начисто не стоит. Ну, поняли, это реакция на то, что я хотел бросить. Иначе все, что было до этого дня, было напрасно. Свердловская область. В этом году обратил внимание на то, что мной неправильно посаженная из местного питомника груша превратилась в дикаря. Поняли, почему я призываю самим морачивать? Ну, местный питомник-то, ну ты зайди в него. Ну, ты скажи, покажите мне грушу с плодами. Уже идут года, года, года. Уже название, уже питомников сотни. Потому что больше 100 питомников, а может 200, только присвоили мои фотографии. Только мои, а не считая еще тысяч фотографий в других этих источниках. Только мои фотографии. Сотни питомников. И люди берут, берут. Я вам потом покажу. Хворост прислали человеку. Ниже покажу. Ну, почему ни один? Вот сколько я призвал? Что значит нас мало? Что мы не рассылаем мои эти самые, эти же вебинары не рассылаем. Вот есть же как. Я почему призываю? Смотришь, судя по реакции, кто-то еще на другом канале где-то.
Ну, ссылку туда впихни на другой канал. Раз. Перешли хотя бы пятерым самым лучшим своим друзьям, родственникам. Вот, пусть посмотрят. Может, они все-таки включат, хоть тут и написано, что не хотят, да, учиться не хотят. Но это не учеба. Я же вам не это, не читаю лекции-то. Пункт первый. Берем лопату. Пункт второй. Наточили. Пункт третий. Выкопали яму метр на метр на метр. И вот на этом месте уже можно все. Метровая яма, это еще метр, уже могила. Если еще один кубический метр, уже это. Вы представляете, ужас какой-то. А я-то рассказываю, и что получается? Надо народу бы побольше, и тогда хоть кто-то мне скажет, вот местный питомник, это ко мне письмо. Ко мне. Ну почему не, дальше не сказать, что в этом питомнике я был, и сейчас же осень. Где сад у этого местного питомника? А груша превратилась в дикаря. Растил, надеясь на плоды, ни разу не обрезал. Но нет, одни шипы. Прививка, видимо, погибла первый год, а о ее существовании узнал только в этом году. А может, ее не было. Одни шипы. Растил вместо, так как оказалось, вместо черешни, дикую вишню. Еще лучше. Не обрезал, выросла кустом. Ну, наверное, я вам показывал фотографии вот с такими вот листьями. Вот она, черешня. Но хоть раз в жизни увидите, тогда вас уже не обманут. Опять тот же питомник. Вот он, местный питомник. Вот покажите черешню. А черешню, может быть, кроме несколько самых южных двух-трех регионов, попробуйте вы увидеть, да еще плодоносящую, в местных питомниках. Должен быть маточный сад. Черешня. Ой, простите, этот человек из наших спецназовцев. Он, наверное, не знает про вебинар. А, помните, это тот самый, который мы лечили с Черебаевым. Слушаю. Да нет, я провожу вебинар, которым ты уже забыл о его существовании. Да, я понимаю твою депрессию, твои болезни. Вячеслав, у меня идет семинар. Вебинар. А, семинар сейчас идет? Да, нас даже тебя слышит сейчас. Можешь привет передать. Всего Константинович, обнимаю с уважением, здоровья. Вячеслав, за мной и все, что скажешь. Еще надо будет, еще выше. Вот. Да нет, дай бог, косточки ем, но лимонник, да, вот твой молодой режу. Вот с лимонечкой это можно. И если это, я даже готов заплатить, если ягоды, лимонника вообще просто их сахаром засыпают, когда срывают. Если ягоды, это вообще огонь для меня, для моего здоровья. И на наших лимонниках ягод вообще нет в Сибири. Один раз в жизни я видел. Так что только листья. Давай так, значит, сейчас нас слышат, поэтому мы долго не будем говорить. Насчет денег забудь. Вот, давай, пока, извини, брат. Всего доброго, здоровья, крепчайшего, на связи. Я никогда вас не забуду. Вы что, вы для меня как отец родной. С уважением, Вячеслав. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. До свидания. Ну что? Сказал, что это онкология отступила. Я ничего не выдумываю. Вот он, живой. Спецназовец. Знаете, как я к спецназовцам отношусь? Вот. Как бы это сказать? Как сверхлюдям. Попробуйте, вы станете спецназовцем. Я в кино их только вижу, и то удивляюсь. Это какой страшный труд. Это не то, что в саду это, с лопатой. Ладно, отклонился. Итак, как оказалось, вместо черешни дикую вишню. Не обрезал, выросла кустом. Отсохла пол куста. Вот. В этом году прямо ужас. Так, раны с выделением комедии. А, так, 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 думаю, дерево не спасти. Начинаю наверстывать упущенное время. Чему-нибудь научиться. Порадовать детей своими фруктами. И не с магазина, а не только картошку выращивать. Спасибо за ваш труд. Ну, уже поняли. Или сам вырастешь, местный питомник тебе поможет. Ага. Сейчас. Ну, почему никто не заходит и не требует показать маточный сад? Ну, почему? Ну, вот давайте любоваться. Вот она, груша. По моему совету раскопал. Да, она бы сгнила, а тут хоть какой-то маленький шанс появился, видите?
Это когда садят, не глядя. Вот. Вот, пожалуйста. Главное, Варю подсказать. Обрезка абрикосов летом. Вот смотрите. Сейчас я их видел. Мне брат их прислал несколько десятков роликов. Там как летом надо резать абрикос. Ну, так же выдумали. Вертикальную ветку отрезать, низ вот эту отрезать, освежить, это самое, осветлить и так далее. А сейчас впереди осень. А чем дальше, тем страшнее. Они же и так нет. Я видел уже не сотни, а тысячи ран. Я сделал сотни распилов поперек. И я убедился, а у меня всегда одни эти, как их называют, одни крайности. Ни одна рана ни на одном дереве никогда полностью не зарастает. Вот эти раны на кольцо, они всегда, ну, естественно, что иммунитет долой, здоровье долой. Вот. Тут же это, на больное дерево навалится насекомое, начинается то, чего они хотят. Они хотят, чтобы у них купили. Я не говорю, что этот человек умный или дурак. Он пишет, жировики удалять, какие оставлять, какие удалять. Вот. Он не имеет в виду, что ага, вот сейчас мне человек прочитает, сейчас он начнет половину веток или треть отрежет, дерево заболеет, покроется этим тем же ванилезом, вот, и у них же на каналах на всех реклама идет. И вот и у нас же купят, что я нарочно все это делаю, чтобы он дерево искалечил, почти погубил, и чтобы у нас покупал. Нет. Вот. Это все искренне. Они правда думают, что дерево от этого хуже не будет. Вот. Ну, я на всякий случай. Помните, как меня выпустили грязики? Сами режете. Над людьми сгаляйтесь, не позволяйте им резать. Вот абрикос. Специальное маточное дерево. Посчитали ветки? Груша, посчитали ветки? Посмотрите. А вот это вот, чтобы как бы в упрек тем, кто находит эти ветки. Вот на этом дереве нижних веток не было. Не было. Они появились вновь. Я и такие фотографии коплю. Вот. Как может быть, что природа не знает? Она такая тупая. Вот человек убрал нижние ветки, не нужны, плохо плодоносят. Там если, как вот эта Поливкина, которая научила 2 миллиона человек, бедных, несчастных, вот этих самых невежественных, отрезать. А когда на мой упрек, как она отреагировала? Плоды будут на земле лежать и портиться, поэтому надо нижние ветки отрезать. Вот. Козырь. Вот. А здесь получается так. Ну, дерево почему-то стремится восстановить нижние ветки. И я потом кое-что скажу. Так, дальше. Николай Жабалдинов. Это Подмосковье. Один из самых умных, кого я знаю. Вот. Сам лекции читается. Читает. Они основаны на моей технологии, эти лекции. Вот. И он умудрился вырастить яблоню. Пожалуйста. Вот у меня привитая. Вот. Ну, разговор, а надо ли из семечек выращивать, будет ниже. Вот. Вот это вот присылает товарищ. Вот такие фотографии. Смотрите, слива загадка, прирост 2 метра. Почему я поместил его? Я теперь наконец-то восстановил название сорта слива загадка. Когда я сказал, покупайте у меня черенки загадки, а у меня было всего 3 плодика. Вкуснейшие, но я еще понять не мог. Нашел я бирку. Как она от меня пряталась? Внимание! Персиковая мичурина. Слива. Персиковая мичурина. Вот эта загадка отгадана. А персиковая мичурина — это один из шедевров. Вот вам повезло. Вы купили у меня черенок под названием загадка. Получите вот такие плоды. Я вам потом... они уже практически поспели. Я завтра, может быть, если не забуду, фотографии сделаю. Чтобы вас довести до инфаркта. Так. В общем, получается прирост 2 метра за пол лета. Видите?
Так, кто у нас такой? А вот еще подарю. Знаете что? Я же всегда придираюсь, даже к своим ребятам, ученикам. Убирайте, к чертовой матери, этот самый сено, которое, в общем-то, называется мульча. Убирайте, убирайте, убирайте. Загубите. Вот. Ну, а рядом забор. Ну, что делать? Может, места мало. Может, с той стороны север. Тогда я не против забора. Если там, справа север. Вот еще опять мульча. Хорошо растут. Еще раз говорю, хорошо, если там север. Если там юг, то потом деревья начнут болеть. Вот. Ну, еще это как бы такой небольшой факт. Слева черный принц 6 лет, позже Филиппио 4,5 месяца. Здорово, да? Вот. Это вот эта фотография. Одна росла 6 лет, другая 4,5 месяца. Ну, судьба такая. Абрикос всегда обгонит этот самый. Потому что черные абрикосы – это гибриды абрикосов и алычи. Дальше. Вот это вот мой друг Антон Колесников. Вот руки чешутся. И, пожалуйста, что он вырастил? Внимание. Клен сахарный обладает мощнейшими фитонцидными свойствами. Пару таких кленов возле дома посадить, и они будут очищать воздух от болезнетворных бактерий. В роще такого клена, как вы, операционно стерильно доказана наука. Есть разве моя одна повесть. Он уже такого натворил. Я все поражаюсь. Сколько у него уже. У меня такое впечатление, что он копию ботанического сада делает. Вот. Это тоже его. Видите, как он пишет? Смотрите. А вот моя гордость. Один из муравейников довольно больших. Ну, видели? Я потом доберусь еще до тех, кто их уничтожает, муравейники. А вот. Ладно бы не трогали, хотя бы не трогали. Нет, уничтожить. Это же полчаса съемки на центральном телевидении. Вот. Представляете? Получит гонорар. Пошла в магазин, купила французские или итальянские сапоги. Купила диван, на котором лежать можно. И это цена миллионов муравьев. Ведь научила же. Каждый учит сотни тысяч. Меня слушают сотни, а их сотни тысяч. В Колесниковых. Вот он гордится муравейником. Ну что, угробил тебя муравейник хоть это дерево, а, Антон? А это у него учебная фотография. Это у него грецкий орех. Вот сюда, не глубоко закапывать. Главное не заглублять. Орешек сажается вот так. Все, учителя переходят, наш Антон. Вот. Валерий Константинович, добрый день. Вот такая шелковица выросла. Это летняя, я вам веточки посылал. Можем? 3-4 дня. А, к нему казать шла 3 дня. Вот. Я мог на нем даже схитрить, даже схалтурить. Взять деньги как за это. Отправить простой посылкой. Нет, ускоренный, дорогой отправил. Вот результат. 3 дня посадил, вот, пожалуйста. За 3 дня ничего не случилось по посылке. А знаете, был случай, уже закончился июль, и были первые числа августа. Всех звонит, я тоже хочу. Да и рисковать будете. Ну, согласитесь, что прекрасные зеленые листья, они сейчас зеленые. Ну, можно было купить несколько у меня этих черенков. Я вчера их много срезал уже себе на это, на лечебный чай. Ну, можно было. Я говорю, я не могу вам сказать, обязательно купите. А вдруг у вас не взойдут, вы меня обвините, что деньги выбросили. Вдруг не приживутся, да еще и опыта нет. Не купил. И вот в одном саду есть они. Да я уверен, что это я параллельно бы взял вот. Да я сейчас посажу, все равно взойдут. То есть приживутся, корни успеют до зимы дать. А потом прикрыл на зиму, учитывая, что они сильно нежные. И вот человек не решился, а он не садовод, значит. Вот кто сейчас думает, да, некоторые, большинство даже таких. Ну все, я обязательно посажу, я обязательно выпишу завтра.
А это значит чаще всего никогда. Укоренение шло 3 месяца. Я не умею этим заниматься, только учусь. Ну и что? Растет? Корни дала? Идем дальше. Вам я полностью доверяю и очень рад чему-то новому у вас научиться. Хотя уже и так очень много нового вас перенял. У нас всех. Кстати, я из вредности телефон не убирал. У вас впереди, Антон, волшебные руки. Раз. Вы настоящий друг. Потому что бескорыстно другу столько ради него дел сделали, которого также есть. И, ну, даже язык не парит сказать о его здоровье. Вот. И вот вы написали. Кстати, я написал только несколько указаний. Телефон скрывать не стал. Вам надо выходить на большую дорогу, но не с кистенем, как говорится, а выходить на большую садовую дорогу. У вас талант, занимайтесь выращиванием саженцев на продажу. Вот. Наших мало, очень мало. Повезет, Казань, помните, как этот говорил? Вот. Астрахань брал, Казань брал. Берите Казань, связывайтесь с учеными. Вот. Вот же я потом покажу. Ко мне ученые-то вдруг поехали. Они, конечно, не имеют такой огромной власти, как там министр хозяйства, который должен сказать. Книги железного напечатать миллионным тиражом. Во все библиотеки, во все школы, во все институты, университеты, академии. Вот. Свободную продажу. Но надо, чтобы кто-то из вас прорывался. Антон моложе меня? Антон моложе. Давай это самое. У тебя огромный потенциал. А вот это... Вот смотрите, специально. Я не говорю фамилию. Я не говорю, я долго думал об этом. Я не говорю название питомника. Человек получил 100% сухие. 100% мертвые. То есть питомник, чтобы их, он пере... Ну, я понимаю, с каждым годом виноваты в том все питомники. У них покупают мертвые, а потом люди опускаются в руки. Раз. Второе, обстановка в стране вы знаете. Два. Значит, чем молодежь палка не заводит сад? Три. А мы, старики же, моложе никак. Вот тут бесполезно. Вот прошел год, то хоть бы на год помолодеть. Нет, старше на год. Еще год опять помолодеть на год. Нет, старше. Еще я заменить некому. И тогда, а что они делают? Подлейшая вещь, почему еще раз говорю, не связывайтесь с этими самыми. Вот. И мало того, если питомник-то находится на самом краю Южной России, что же вы покупаете-то на север за 1000 километров, а? И вам еще прислали сухие, которые только разжечь костер, да, до них до шашлыка не жарится. Вот, хворост. А почему они вам прислали? Просто не вернуть деньги, вы потребовали бы деньги, а выслать им нечего. Они пробовали ее продавать, все это перележало, все высохло, все погибло. И? Судись теперь. Судись, а? Высудишь. Дальше, вот это вот. Мне надо посмотреть, знаете, куда? Иногда бывает, кто-то на слух жаловался. Кто-то мне сейчас набрал, сейчас минуточку. Минуточку. Ага, вот мне прислали информацию. Ну, вам вдруг по теме. Советские ученые проводили опыты с элеутерококком на мышах с раком. Очень мало особей заболело раком. Те, что болели, у этих мышей рак не давал метастаз. Электроэнергия поднимает давление, как и лимонник. Запомни, элеутерококк. Слышали? Помогает. Больше ничего не буду говорить, ни да, ни нет. Информацией поделился. Еще письмо. Так, 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 так. Это личное.
Отлично. Ладно.